Обвинувачений у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський не визнає свою провину. Нині чоловікові у Печерському райсуді Києва обрали запобіжний захід – тримання під вартою до 4 березня без можливості внесення застави. З головами Павловського він зустрічався із виконавцем замаху Сергієм Турбіним, аби позичити йому грошей. Каже, про Гандзюк не говорили ніколи. Як ви можете прокоментувати цю новину, пане Олександр? Ну, как говорится, давно пора. Но главное, чтобы расследование было все-таки непредвзятым и не пыталось подтянуть результат под, скажем так, под какие-то ожидания. Ну, а вот с вашей точки зрения, еще порівняти вбивство Катерини Гандзюк и вбивство Бузини. Чому, например, у справі Бузини, ну, щось нічого не рухається. А якщо ми беремо якихось активістів, то це, я так розумію, зразу починають розслідувати і допитуватися, що ж там сталося, таке інше. Ну, тобто, чому такий вибірковий підхід до правосуддя у нас в Україні? Тому що правосуддя, як такового, на сьогоднішній момент у нас вже більше немає. Ну, його, воно відсутствує. Є імітація його. Ви затронули болезненну тему. Ну, во-первых, по моєму мнению, вбивство Бузини так или иначе розслідувано. Все-таки. Там есть подозреваемые. Вопрос в том, что в отношении этих подозреваемых ничего не делается. Более того, их, на воле. Их, да мало того, они на воле. Они еще они занимают государственные должности. И причем получили их совершенно недавно. Вот абсурдность ситуации. Вопрос в том, что они для власти прошлой и для нынешней власти являются лояльными преступниками. Вот появился тренд у нас сейчас, и появилась новость. Словосочетание такое. Лояльные убийцы, лояльные маньяки, которые удобны власти. Прошлой власти и нынешней. Дело в том, что наша власть, ну, и власть Петра Алексеевича Порошенко, ту, которую он породил, и сейчас ничего не поменялось при Зеленском. Власть выбрала такую методику, это как запугивание всех неугодных. Запугивание может быть как бы от слова «запугать», но уже власть пошла и дальше. В какой-то момент это перехлестнуло и начало запугивать общество тем, что стали убивать неугодных. Так получилось с Бузиной. Есть подозреваемые там Медведька и ряд других с организацией С-14, которые имели отношение. Ни организация не закрыта. Ни люди, в отношении которых есть объективные, на мой взгляд, причины их подозревать, там, какой-то ДНК и так далее. Ну, по крайней мере, следователи понимают в этом деле. Их никто не трогает, потому что они нужны для власти. Пошатнуть вот этот колосс, на котором крепятся вот эти все Бузины, караси, и так, точнее, медведьки, караси и ряд других, для власти это подобно смерти, потому что им необходимо запугивать, стрелять, чтобы кто-то стрелял с гранатометов в телеканалы, чтобы запугивать журналистов, чтобы политиков держать в тонусе, палить автомобили. Это все реальность нашей страны вот на сегодняшний момент. Я уверен, что ничего не поменяется, ничего не поменяется. Никакой правовой системы мы не построим и не восстановим, пока господин президент не прекратит как бы использовать красивые слова, а начнет действовать. Потому что такие прокуроры, как Рябошапка, который крышует убийство, ну, убийство и убийц, таких как Стерненко, который зарезал человека. Но господин прокурор всеми правдами и неправдами пытается не допустить его до суда. В какой европейской стране это возможно? Можно ответить мне на этот вопрос? Вот пока господин президент не прекратит вот этот беспредел, мы никакой правовой страны не построим. Более того, мы катимся еще в большее дно. Потому что ни вы, ни я не можем обеспечить защиту собственных семей. А это то, что прописано в Конституции. Это то основное. Владимир Александрович Зеленский, когда на Библии стоял и рассказывал о том, что мы там восстановим, мы там мир, он не первое, что не мир, он первое, что на Конституции клялся. Он должен обеспечить, он гарант Конституции, он должен обеспечить первоочередное право наше, право на защиту наших семей. Он этого не делает. Он занимается
вот этими вот игрищами силовиков и обеспечивает, чтобы в этой игрище силовиков кто-то не пошатнул его, ну, то есть ту власть, которую он на сегодняшний момент получил от «Слуга народа».